Давным-давно в Мексике жил смелый и сильный Эль-Хагуар Балам. И полюбил он красавицу, которую звали Эсперанса, Ла-Ниня Бонита. Многих женихов отвергла гордая и непокорная девушка, и ему отказала она. И тогда украл он ее. Принес он ее на вершину вулкана и спел: «Я хотел бы стать ягуаром твоих гор и забрать тебя в пещеры темные. Там бы я раскрыл твою душу и посмотрел, есть ли у тебя сердце». И разорвал он грудь красавицы и увидел в душе ее горящее, любящее, но гордое сердце. И умерла Эсперанза, не сказав ни слова, с диким рыком. Горя и ужаса взял Эль-Хагуар на руки любимую и бросился вниз с отвесной скалы в пучину подземной реки. И с тех пор тихо плачет река Кантунч. А есть ли у тебя сердце? В Мексике нет обычных рек, только необычные. Подводные, подземные, и называются они сенотес. Это уникальное природное явление, которое есть только на полуострове Юкатан. Больших рек, таких как Миссисипи, Волга или Амазонка, в стране нет. Но зато есть более 100 текущих под землей, а общая длина сети пещеры подземных рек на Ривьере Майя примерно 540 километров. Одно из лучших мест, где можно поплавать под землей с трубкой и маской, называется Кантунч.